Врачи-офтальмологи помогают пациентам видеть этот мир ярче. У них точная, порой кропотливая работа. Сергей Бартюков пришел в эту профессию не случайно. Определился я со специальностью уже в конце института. Дело в том, что просто мой дедушка, так получилось, что как раз когда я заканчивал уже институт, у него появился ряд глазных болезней, которых я узнал. И мне очень захотелось чем-то ему помочь в этот момент. И я решил, что, пожалуй, я решу выбрать этот путь. Родился в Сумской области. Окончил первый медицинский институт имени Сеченова. В Перхушковское подразделение Одинцовской областной больницы пришел работать в 2010 году. А спустя 9 лет его назначили на должность заведующего отделением. Сергей Александрович с уверенностью говорит, что не ошибся в выборе профессии. Уже 18 лет он помогает пациентам. Несмотря на это, всегда учится чему-то новому. По врачебной практике он проводит диагностику, лечение и профилактику патологий и травм глаз. Основное – это вести правильный образ жизни, стараться питаться правильными продуктами, использовать больше фруктов, овощей, витамины А, витамин С, витамин Е. Ну и вообще по возможности вести здоровый образ жизни. Всегда бережно относится к пациентам, старается дать ценные советы, как сохранить зрение. Сейчас современный мир, конечно же, немножко изменился, и сейчас проблема с близорукостью, она уже выходит на первый план, потому что у очень многих детей в школе она развивается. Ну, конечно, здесь и особенности нагрузки, и особенности обучения, но дома, конечно, по возможности нужно минимизировать использование планшетов и телефонов, особенно при плохом освещении, особенно вечером, по ночам, когда они сидят там под кроватью в этом телефоне. Своевременное обращение к доктору может предотвратить ряд неприятных заболеваний и избежать необратимых осложнений. Многие болезни развиваются бессимптомно и дают о себе знать, когда становится слишком поздно. Зрение человека – это большой дар. Раиса Киян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».